Среди погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Сумщине оказались 7 учителей и ученик одной сельской школы. Об этой информации с помощью Фейсбука сообщила начальник управления образования и науки Сумской области государственной администрации Инесса Песоцкая. По словам Песоцкой, в аварии погибли 4 учителя и 1 ученик 9 класса. Напомним, в результате столкновения автобуса и поезда в Сумской области погибли 13 человек, еще 5, среди них один ребенок, пострадали. Водитель маршрутки остался живым и уже дал показания правоохранительным органам, которые ведут следствие. По предварительной информации, поезд протащил маршрутку по путям почти 300 метров. В Укрзалезнице уверяют, что переезд был оснащен световой сигнализацией, работал исправно, но водитель маршрутки проигнорировал красный свет и выехал на рельсы.